Всем привет! Сегодня вторник, светские новости, и с вами снова я, Мария Дельвер. Как всегда, традиционно начинаем с красноярских новостей. В наш город приехал музыкальный коллектив Simple Music Ensemble, которые создали уникальную программу в своем роде в сочинении современных культовых композиторов. А как это было? Смотрите! Никита Жигурда устроил настоящий погром в букмекерской конторе. Если судить по камерам видеонаблюдения, Никита Жигурда поймал куш. После этого он просто устроил настоящий дебош. Он кричал, залез на стол, и в итоге с этого стола он и свалился. Группа «Хамали Наваи» и певица «Севиль» дали концерт на высоте 10 тысяч метров. Вы только представьте, вы покупаете только билет на самолет, отправляясь в Сочи, и перед вами разворачивается сие действие. Небесный бизон решил отдохнуть в пригороде Сан-Франциско. Это промо нового сериала «Аватар». Бренд СВПР начал выпускать новые классные джинсовые куртки. И самая фишка в этих куртках – то, что у них задняя часть может меняться в зависимости от вашего настроения. А итальянский Dolce & Gabbana выпустили новый дизайн ботинок. Вам ничего это не напоминает? Вот мне лично сразу захотелось в цирк. А на что вы планируете менять зимнюю шапку? Может быть, ковбойскую? Может быть, бейсболку? Не, девочки, самое модное этой весной это будет кандибобер или шляпка-таблетка. Называйте ее как хотите. Но вы ее можете носить и с пальто, а также с деловыми костюмами. Ну и, конечно же, вечерними платьями. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. В рубрику «Трэш» я сегодня поместила поистине трэшевый показ бренда «Авава» в Милане. Зрителям дали мусор, чтобы они бросались в идущих моделей. Но они пошли еще дальше. Они разместили негативные отзывы на экране, которые пишут о бренде. Как вам такой творческий подход? Дизайнеры из Китая начали делать мебель с губкой Бобом, Патриком и всех вот этих мультяшных героев. Вы знаете, мне такое ощущение, что минимализм больше не в моде. В завершение нашего выпуска предлагаю вам прогуляться по Магниту. На полочках вы можете обнаружить лакшери-гречку, лакшери-овсянку за 149 рублей. Друзья, я хочу вас поблагодарить, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте поставить сердечки и лайки всей нашей команде и пожелать вам позитивных и добрых эмоций на предстоящую неделю. Увидимся в следующий вторник. Пока-пока!